три, два, один. Хорошо, ручки назад, корпус вперед, держим. Три, два, один. Делаем наклон в сторону, стоп, задержались. Три, два, один. Эта же ручка вниз, параллельно полу. Корпус потянули чуть в сторону, держим. Три, два, один. Поменяем другую. Три, два, один. Ручку параллельно держим. Три, два, один. Раскрылись. Вернули. Хорошо. Ножки поставили пошире. Поехали. Тянемся вниз. Колени прямые. Стараемся подготовить наши связки и мышцы к нашим сейчас растяжке. Три, два, один. Потянулись правые ножки. Три, два, один. Поменяли. Три, два, один. Еще по центру потянулись. Три, два, один. Хорошо, плавненько, медленно возвращаемся, потому что нам как-то плечищая голова. Садимся, начинаем со складочки. Садимся. Ножку одну, пальчик назад. Пяточка должна быть наверху. И мы ножку чуть-чуть тянем вперед. Почувствуем голеностоп. Не сильно. Подожди, как сломаешь. Сядь на одно бедро. И мы пальчики назад. Вот, да. Посильнее ногу теперь вперед. В сторону ее убеди. Ты ее вперед заведешь. А ты ее в сторону. У меня ноги такие. Универсальные ноги. Сюда, в сторону. Веди. Вот, да. Держим. Три, два, один. Поменяли. Другую. В сторону ножку. Не боимся отпустить. И голень тянем вперед. Прям почувствуем. Пяточка наверху вниз. Не умножить. Не падает. Три, два, один. Молодцы. Хорошо. Итак, начинаем со складочки. Пока что носочки чуть-чуть потянули на себя, ягодицы убрали, ручками взяли за голеностоп
забыли. Держи. Стоп. 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 Стоп.
еще темы.